Здравствуйте, это Илья Ильин. Я рассказывал о массаже головы, там делал, там два видео лежит. И сейчас я хочу сделать маленькое дополнение. Значит, дело в том, что последнее видео по массажу головы было с репейным маслом. Так вот, если вам нужно массажировать голову пациента, и у него стоят капсулы, ну, то есть нарощенные волосы, то масло использовать нельзя, потому что вы эти капсулы просто-напросто сдвинете, и работа будет испорчена. Когда вы делаете такой массаж, значит, старайтесь не ранить кожу головы пациента, старайтесь, чтобы эта капсула, которая очень острая, чтобы самим не раниться и не поцарапать ею человека. Вот. Естественно, так же само вводите руки туда, между капсул, и делаете вот таким вот образом, массажируете. Вот. Ну, в принципе, вот такое вот коротенькое добавление, просто чтобы вы знали. Приемы поглаживания здесь особенно не проходят. То есть, в принципе, все делаете как обычно, только без приема поглаживания. Сразу приступайте к приему разминания. Вот. Вот таким вот образом. И те там другие приемы, которые я делал, они тоже не подходят сюда. На этом всего доброго. Спасибо за просмотр. До свидания.